Привет, всем, как дела? С вами я, Оружан. Как видите, я снимаю видео с телефона. Представляю вам мою подружку с танца, Анелю. Привет. Как дела? Что делаете? Я уроки делаю, смотрите. Как прикольно. Ты говоришь? Я? Да. Я говорю, что я уроки делаю. Да, мы с ним в одном классе. И на танцах тоже. Смотрите, вот какой-то ужасный математик. Знаете, что мы умные методы? Какой? Оливные. А, да. Вот такая вот математика. Так, без опта мы на казахском учимся. Скажи, без опта, сколько таулик? Я не знаю. Ну, скажи. Ару. Чё? Я не знаю. Реально. Восемьсот сорок? Да. Не верю. Я тоже. От СБС будет. Капец. Ну капец, она двоечник. Так. Блин, жаль, что Алины нет. Она где? Она уехала в другую школу, ты не знаешь? Ну капец, я не знаю. В английскую школу, круто же, зато дорого. Алина? Так. Да! Или Марьям? Алина. Она тоже мне об этом не говорила. Марьям вообще в другую школу ушла, простую. 35-ка что ли, куда-то там. Понятно. Что делаешь? А что мне сказать? Подписывайтесь на мой канал и Алины. И Алины, и Анели. Просто тупо подписывайтесь. У меня, кстати, еще есть два канала. Я забыла один пароль. Один что-то с телефона не могу зайти, капец, да? У Алины же вроде типа тоже два канала, да? Да, вроде. Она сказала, что... У меня три канала, кстати говоря. Три канала. У меня. Три, да ну. Ну, прикинь. Капец. Да. Ладно, пока. Я буду уроки делать, потом на диетку, потом вот такую вот книгу дала урник тире. Литература, ну да. Пофиг мне. Потом русский, потом там казахский. О, смотрите, кстати, говорю. Конкурс уже давно, просто тупо дело. Ладно, пока, Анеля. А чё? Да я по шутке, я говорю пока нашим подписчикам. Почему? Пока. Уже видео закончилось просто. 3 минутки идет она. Ладно, пока. Все, я уроки делаю, дурацкий гектар. Пока. Простите, я только встала.